Агентство госуслуг проанализировало ошибки, совершаемые кандидатами на получение водительского удостоверения категории Б на практическом экзамене. Чаще всего они забывают закрыть дверь перед началом движения, либо не пристегивают ремень безопасности. Досадные оплошности автоинструктор объясняет волнением. Бывает, что из-за этого проваливали экзамены даже лучшие курсанты автошкол. Будущие водители признаются, экзамены на водительское удостоверение заставляют понервничать. Больше всего страшно, когда дают документы и зовут в кабинет. Когда, мне кажется, один на один с инструктором находишься, потому что у него есть власть, а у тебя есть только неуверенность и дисбаланс. Агентство госуслуг проанализировало ошибки экзаменуемых и опубликовало отчет. Greu de crezut, însă una dintre cele mai elementare greșeli comise de viitorii șoferi este pornirea din loc cu portiera deschisă a mașinii. Peste 400 de puncte de penalizare au fost aplicate în ultimele 5 luni de către examinatorii Agenției Servicii Publice pentru o astfel de încălcare. Iar celor care la pornire s-au deplasat mai mult de 20 de centimetri în spate, le-au fost aplicate aproximativ 11.000 de puncte de penalizare. O altă greșeală comisă frecvent la examene este necuplarea centurii de siguranță. Candidații s-au ales cu 900 de puncte de penalizare pentru că nu au efectuat această procedură elementară, dar obligatorie. Viitorii șoferi sunt sancționați frecvent și pentru smuncirea din diverse motive a mașinii. Examinatorii auto au aplicat peste 3.600 de puncte de penalizare candidaților care au comis astfel de manevre. Автоинструкторы не устают повторять. Больше практикуешь, больше шансов на успешную сдачу экзамена. Впрочем, бывает, проваливаются и лучшие курсанты. Виной всему – волнение. У меня были случаи, когда взрослые мужчины, отлично ехавшие, терялись, когда шли на экзамен. Эмоции переполняли. Он говорит мне, я как маленький ребенок, прошел армию, у меня семья, дети, работа, а так сильно волнуюсь. А что советуют в данном случае психологи? На экзамен нужно идти только тогда, когда чувствуешь себя полностью готовым, в том числе с психологической точки зрения. Нужно лицом к лицу столкнуться с этой ситуацией. Для начала надо сходить на полигон, просто постоять и посмотреть. Потом сесть в машину. Пока вы не успокоились, двигатель заводить не надо. Затем начните движение, продолжайте анализировать свои ощущения. Согласно статистике Агентства государственных услуг, в прошлом году больше 21% кандидатов на получение водительских прав сдали экзамены с первой попытки, а свыше 23% со второй. Остальным курсантам понадобилось 3 и даже более попыток.